Охранник не пустил парня с ДЦП в караоке. Столичный хореограф Марк Куклин решил сходить в Челябинске в караоке с другом, у которого ДЦП. Хочешь его пускать? Да. Ты не хочешь пускать человека с ДЦП? Да. С ДЦП? Не да. хочешь пускать сюда? Да. Хорошо. Да. Хорошо. Ребята забронировали стол, но только на входе им отказали в посещении заведения. По словам работников, болезнь гостя тут ни при чем. Обвинение в дискриминации – это вымысел. Гости были пьяны, да и пап уже работал в режиме «на выход». А эти водители в Челябинске устроили разборки на дороге. Пока горел красный, автомобилисты выскочили на проезжую часть, и началась потасовка. Один мужчина пытался догнать второго, но так и не получилось. Чем закончились разборки, непонятно.